31 мая текущего года у нас подошло к завершению мероприятия по приему отработанных автомобильных покрышек от населения. В этом году, в весеннем периоде, сбор покрышек проходил как на территории Петропавловска-Камчатского городского округа, так и на территории Ельцинского муниципального района. В рамках проведения всей акции у нас было собрано порядка 34,5 тысяч покрышек. Это порядка 357 тысяч килограмм. На территории города было собрано и принято от населения порядка 25 тысяч отработанных шин. На территории Ельцинского муниципального района это составило 8 тысяч покрышек. Все принятые покрышки будут направлены в дальнейшем на утилизацию. Из них предприятия-утилизаторы изготовят резиновую крошку, которая в дальнейшем будет направлена на изготовление тротуарной плитки, которую, возможно, будут использовать на дачных участках. А также будет данная резиновая крошка будет направлена на изготовление покрытий спортивных и детских площадок на территории как нашего городского округа, так и на территории Ельцинского муниципального района и Вилючинского городского округа.